смысл жизни? Каково наше предназначение? Зачем мы приходим в этот мир? И почему еда с помойки всегда вкуснее? А вот, кстати, и я. Позже я побывал овчаркой, а потом вернулся совсем крохой. Столько жизни, а всего одна собачья душа. Но я забегаю вперед. Давайте начнем сначала. Мои самые первые воспоминания связаны с этим мальчиком. Его звали Итан. Бейли, 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 Бейли. А мне дали имя Бейли, 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 Бейли. Нет! Мы же Бейли. Чего он добивается? Вылезай, выходи. Что бы с Итаном ни происходило, я был рядом. Готов? Всегда готов. Аборт, Бейли! Мы могли целыми вечерами играть с мячом. Итан был в восторге. Иногда его нужно было слегка подтолкнуть. Нет, куда? Ой! Извини, пес вдруг сорвался. Может, тебе стоит научить его хорошим манерам? Все дни мы проводили вместе. Чем они там занимаются? Еду делят? Нет, не похоже. Годы шли, и отмеренное судьбой время с Итаном подходило к концу. Мне будет тебе не хватать. А потом произошло невероятное. Я вернулся. А где мы... Я теперь девчонка? Молодец, хорошая девочка. У меня появилась важная миссия. Человек снова нуждался во мне. Потом еще раз. И опять. Привет, малыш. С каждой следующей собачьей жизнью... Эй, нет! Я понимал людей все лучше. Где ты его нашел? Хорошо, готов? Аборт! Я пытался найти логику в происходящих событиях. Какова была цель моих странствий? И при чем здесь бекон? Пока мне есть кого любить и возможность лизнуть, у меня есть цель. Собачья жизнь. Итан, почему ты везде таскаешься с этим псом? Он у тебя вместо подружки или как? Похоже, Бейли прикалывается над тобой. Простое совпадение. Обхохочешься.